Нормального детства у меня не было. У меня родителей не было. Я не виню, ну, то, что так получилось, потому что это как-то получилось семейно. Откровенный разговор с главными героями самой масштабной социальной акции этого года «Сердце километры». Я обижен своих родителей, что отдали мне в детский дом. За это обидно. «Сердце километры. Жизнь после проекта». В сентябре в программе «Утро на Енисее». При поддержке компании «Красцветмет».